Перемещаемся дальше. И что мы здесь видим? Ну, в первую очередь Мерседесы для ценителей прекрасных 50-х. Ну и довоенные варианты, уже вот более развитый. Видите, понтоны. Такая вот конструкция Мерседеса. Причем совершенно он ездит, 123 номера. Здравствуйте. Личный Мерседес. А можно под капот заглянуть? Сможете организовать? Вот, здорово. Да, сейчас посмотрим, что там под капотом. Кстати, ну главное, совершенно ездит. Классно. А он своим ходом приехал, да, сюда? Класс, да. Такая конструкция. Своим ходом. А вот как его открывать капот? А он, сейчас молодой человек подскажет. Да. Сейчас нам все откроют. Посмотрим. Йо! Капот. Что там этот заклинило? А? Капот. Вот видно. Надо дергать и тянуть. Так что. Вот. Ууу. Красота. Шестерка? Нижневальная шестерка. Верхнего? А почему свечки по бокам? Это как так? Ну вот свечка на блок. То есть искра бьет в блок, да? Ну, у него камера сгорания заходит на часть блока. То есть ничего себе. Его если убрать. Какая странная конструкция. В разрезе голова. Ну как бы лежит на боку получается, да? Нет, у него как бы голова на боку лежит. То есть если отделять эту конструкцию, у нас не плоскость получится. А скос такой диагональный, да? 186 двигатель. Удивительно двигатель. Там уже все. Да, удивительно. Двигатель. Это переходный, наверное, да, вот когда они экспериментировали, когда стали отказываться от этих. Нет, это развитие 180-го мотора, по-моему. Тоже шестерки. Ага. Рядом. Ну, очень хороший двигатель. Да? Экспериментальный. Нет, ну я говорю, что специфичное очень строение мотора. Очень специфичное. Странно. Ну и два сдвоенных карбюратора или два отдельных, да, давай ставить? Два отдельных карбюратора. Вот так вот. А сколько развивает лошадиных сил, не знаете? 115. 115 сил. А объем какой? 3. Вот 3 литра. Так вот. Здорово. Работает идеально. Отличная машина. Спасибо большое. Очень классно. Вот так. Таких уже не делают. Ничего не понимаю в Мерседесах. И вот здесь вот конструкция для сборки. Вот все еще починит потом. И вот такая же. Спасибо большое. Идем дальше. Идем дальше. Вот что получается сначала. Самый прикол в том, что подвеска независимая уже тогда была. Тра-ла-ла. Качающиеся полуоси. Ну, странно. А вот спереди здесь тоже очень интересное независимое решение. Но как-то специфично. Совершенно по-другому делают. То есть и рессора, и пружины, и все вот это вот так вот обвязано. Ну вот двигатель, пожалуйста. Тут здесь уже нормально сверху находится. Свечки и нижневальный, вот это уже нормальный нижневальный мотор. Они вот, как там странная конструкция. Вот так вот. В чем это фотовый образец может завести, он будет тарахтеть. Видно, что это возможно. Видимо, шоу проходит какое-то. Ну дальше. Мотоцикл меня не особо интересует. Двигаем вперед. Волга из Волгограда. Так вот, такой своеобразный каламбурчик. Пацан за рулем рулит. Пускай рулит дальше. Волга обязательно сделаю репортаж, но мне не очень интересно. Не продают, кстати. Волги — это настолько уже тоже сбитая тема. Ну что, вы все же про них знаете. И я про них все знаю. А может и не все. Москвич. Комбик. Причем можно даже вот сейчас купить такой комбик. Я не думаю, какой-нибудь в плохом состоянии. Вот оригинал, не реставрация. Пробег 9000. Где-то откопали и впаривают.
дорого. На самом деле это первый хэтчбэк, который в Союзе появился. Вот он, этот комби. Где они его откопали, в каком гараже, сложно сказать. Ну вот, с полочкой действительно. Все равно все предпочитали не комби, а скорее седаны вот эти вот. Ну и в меньшей степени эти двоечки, которые, как всегда, были из Фиата сделаны. Была Фиат такая же модификация. Что ты скажешь, советская машина? Ну, кстати, вот эта Волга с звездой, с этой вот центральной, это особая ценность, по большому счету. Первая серия, это очень круто. Не трогайте автомобиль, 2 миллиона рублей, пожалуйста. Покупайте и ездите. С другой стороны, не знаю, сколько она прикалывает внимание, мне сложно сказать. Волга 21, измененный, видно вот по задней части, как она изменилась. Первая серия и последующая. То есть существенное отличие, и это мне больше нравится. Давайте посмотрим здесь. Вот такая вот, ой, простите, вот такая вот конструкция. Мерседесы более интересны, безусловно, потому что доступа у нас к ним не было. 45 тысяч долларов. Думаю, можно за рубежом подешевле купить, на самом деле. Пойдем с другой стороны. Вот такая вот тут панель. Еще один экземпляр. Давайте посмотрим, что тут мерят рулеткой. Видимо, что-то. Не знаю, это очень интересная приборная панель здесь. А что вы измеряете, если не секрет? У вас такой же есть? А, нет, у меня такого же нет. Я от издательства до гостини. Ага, и что вы измеряете? А, я измеряю размер автомобиля, мы будем делать трехмерную модель. Да? А мы цель делаем... какая? Что? Цель какая? Цель — обложка журнала. То есть для издательства получается, да? Интересно. Трехмерная модель. А зачем ее делать? Если можно просто сфотографировать, зачем модель-то делать? Или она будет вложена в журнал? А, она будет на обложке, на двух страницах в середине. А-а-а. То есть нам проще сделать 3D-модель, чем просить хозяина ее куда-то выгонять, чтобы нормально сфотографировать. Как вы хитро поступаете. Я не знал, что такие методы есть. Плюс ко всему, в журнале полицейские автомобили, а не гражданские. А, то есть вы еще перераскрасите его, да? Да, мы его раскрашиваем, ставим мигалки, какие-то атрибуты еще полицейские. То есть это дешевле получается, чем брать и фотографировать автомобиль, да? Не дешевле, но удобнее. Странно. Вот эта технология современная. Забавно. Ну, в принципе, это такая же кабриолетная версия. На базе того же самого, давайте посмотрим. Вот так вот здесь все. Класс. Уже автомат тоже. Что скажешь, Мерседес? 283,5. Слабоват, конечно. Ну, покатит. Двигаем дальше. Давайте зайдем просто в кофейню. У меня цель такая. Зайти в кофейню. Что тут предлагают? А, тут за деньги все. Все за ваши деньги. Понятно. Ну, пока этим не будем пользоваться. Идем вперед.